через лес она не проходит. Там лесоповал. И потом в заросли не выйти. Но с другой стороны тоже. Леса есть дорога, от которой и приехал этот грибник. Там машина у него стоит. И, о, синих сколько навалом. Я на эти даже и не обратила внимания сначала. Вот эти красивые. Вот смотри, здесь и хорошие есть. Ну, молодые вот. И там зонтик еще растет. Это говорушка. Оранжево-красная. Полностью оранжевая. Она тоже растет в большом количестве в этом месте. И они очень полезные грибы. Они очень увариваются, но они хорошие грибы, полезные. Маховиков здесь полно. Но этот старый, наверное. Да, мороз — дело не шуточное для грибов. Вот красивые рядовки попались. Здесь все в одном месте собрались. И мне удобно. Им было теплее. А это гигантские рядовки. Те же самые маленькие выросли, вот такими стали большими. Напоследок сниму рядок молоденьких синеньких рядовочек. Я их уже здесь немножко срезала, а потом под листьями увидела еще много грибов. Вот так они растут. Красиво тоже на одном месте. Это потому что сколько время? Все, уехали домой.